Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В этом уроке я хочу вам показать одну небольшую, но довольно полезную функцию, которая у нас станет доступна после установки одного маленького плагина. Откройте какой-нибудь большой файл. Это не обязательно должен быть код, просто файл, который, ну вот, довольно большой. И заметьте, когда мы доходим до самого конца файла, у нас больше снизу ничего нет, и листать мы туда не можем. Некоторым это может показаться нормальным, но не всем. Кому-то это неудобно. И если вам хочется, чтобы код находился примерно посередине экрана для удобства, то вы можете поставить себе плагин. Называется он Overscroll. Вот данный плагин, установим его. И теперь вы видите, что мы можем пролистывать экран дальше, чем самый низ страницы. И тем самым нам будет удобно редактировать код, потому что он будет находиться примерно в середине экрана. И нам не придется переводить взгляд постоянно сверху вниз экрана. Надеюсь, данный плагин был вам полезен. До новых встреч в следующем видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите к следующим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!